Познакомьтесь, Eagle и Soft Girl. Папе это понравится. Посмотри, папуля, я нарисовала твой портрет. Еще один, спасибо. Отправлю его в коллекцию к остальным. А у меня новость. Помнишь свою кузину Лесли? Вы очень любили играть в детстве. Она приезжает погостить. Ура! Мы были лучшими подружками. Какое счастье! Блестки? Поскорее бы Лесли приехала. Ну, привет. Лесли? Это ты? Она очень изменилась. Чаппи, домой! Привет, Лесли! Ага, у этой собаки хороший вкус. Малыш, пора на прогулку. Идем. А где поводок? Был здесь. Куда же он пропал? Мне эта цепь все равно идет больше. Папочка, я сломала ноготь. Как жить дальше? Элли, все хорошо. Сейчас мы перевяжем ноготь, и все снова будет в порядке. А с ленточкой я буду играть. Папуля, ты лучший. Ох, Элли, смотри, что у меня есть. А ты смотри, что у меня. Настоящий гипс. Им так удобно колоть орехи. Полезная вещь. Ну да, наверное. Это будет просто грандиозный тикток. У меня аж в горле пересохло. О, нет! Телефон, Лесли! Что делать? Мой телефон! Берегись, Элли! Нет, Лесли! Ну вот, теперь на тебя можно смотреть без слез. О нет, скорее умываться. Слушай дальше, Мишка. И принц увидел принцессу. Она заснула. Ну, наконец. А твоего Мишку я ненадолго одолжу. Вот так намного лучше. Мишка, мы с тобой отлично смотримся. Этот пушистик жил жизнью скучного плюшевого медведя. Ну, а теперь это в прошлом. Тебе нравится твой новый стиль? Что? Это же мой медвежонок. Как ты могла? Hey! Ну вот, вы сами видели, как жестоко она обращается с бедняжкой. С тобой все будет хорошо, обещаю. Сейчас я уберу все эти железки и хорошенько тебя помою. Только бы краска отстиралась. Готово. Посмотрим. Получилось. Мой плюшевый медвежонок снова со мной. Какой он милый. С кем это ты переписываешься? Это мой парень. Красавчик, правда? Что? Но это мой парень. Как же так? Элли, мы должны его проучить. Я назначу встречу, а придем мы вместе. Я уже на месте, детка. Кто здесь? О, привет. Привет, соскучился? Очень. А по мне ты не соскучился? Девочки, я все объясню. Не мой день. Как Лесли это делает? Ее одежда разбросана везде. Снова. Я отучу ее от этой привычки. Что случилось с моей одеждой? А это идея.
Ребята, привет! Что обсуждаете? Лесли выложила свой новый лук. Выглядит очень круто. Ничего особенного. «Титаник» – самый грустный фильм. Я не могу на это смотреть. Невероятно, как много слезы могут рассказать о человеке. Игра на скрипке так умиротворяет. Не зря папа отдал Элли в музыкальную школу в 5 лет. Что за божественные звуки? Это должно быть Элли. Снова играет на скрипке. Какой талант! Восхитительно! Браво! Гитара – лучший инструмент в мире. О, да! Лесли мастерски освоила гитару. Всему можно научиться, если есть желание и YouTube. Но соседи не оценили музыкальное старание и Гёл. Ужас, я этого больше не вынесу. Уходим. Мусор я выкину позже. О, какой славный пакет. А мне как раз нужна еще одна подушка. Какая красота! Эта принцесса должна висеть на самом видном месте. Это еще что? Мы не в детском саду. Пусть лучше здесь висит Мэнсон. Нет, принцесса. Нет, Мэнсон. Девочки, что за споры? Я хочу повесить плакат с Мэнсоном. А я хочу повесить принцессу. Ясно, я сейчас. Вот это решит ваш спор. Здесь будет висеть мой плакат. Сумка слишком тяжелая. Оставлю здесь. Хорошая идея. Посмотрим. Череп. А? Лучше это вернуть. Ха! Хорошая попытка. Моя сумка! Получай. Ай, моя спина. Будешь знать, как воровать. Лесли, помоги. Поучи со мной движение для сегодняшней тренировки. Ну уж нет, это не для меня. Пожалуйста. Ладно, а если я заплачу? Вот это я понимаю. И раз, Лесли, не отлынивай. И два, и раз, два, три. И про ноги не забывай. Дядя Рик, это тебе. Папа, попробуй. Я очень старалась. Что тебе нравится больше? Какой аппетитный коктейль. Да, это я готовила. Вот так вот, Лесли. Ну вот, ага. И маффин ему тоже понравился. Ты не победила. Девочки, все очень вкусно. Ничего не спорят. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, кто понравился тебе больше. E-girl или soft girl. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти самое интересное на канале WooHoo.